Я вспоминаю, как я так лежал. 23 года назад я стоял здесь точно так же, так как выпускник вашей школы. Те, кто с детством прощается окончательно, а это выпускники школ, засели сегодня с утра за выпускные сочинения. По традиции, в одной из школ города конверт с темами сочинений вскрывал глава администрации. Произведением русской литературы. Номер 3. Сочинение по творчеству Александра Блока. Тему формулирует учащийся. Номер 4. Человек и природа в русской литературе. Вообще, с русским языком у меня были не лады, но, тем не менее, по-моему, у меня была четверка за сочинение. На сочинение отводится 6 часов. В этом году в правилах есть нововведение. В течение последнего часа можно пользоваться орфографическим словарем. Вы уже придумали, на какую тему будете писать? Почему? Извините, а вы придумали, на какую тему будете писать? На предпоследнюю, наверное. Размышления о чести совести. А почему? Я более готова к этой теме. Вы будете писать на литературном материале или на жизненных впечатлениях? На литературном. На каком? Или пошел хоть их и Дона, там, или по Булгакову.